Симфонии Рахманинова в исполнении Мариинского симфонического оркестра под руководством маэстро Валерии Гергиева раздвигает рамки сознания и заставляет ощущать музыку буквально кожей, до мурашек. Маэстро в очередной раз развенчивает миф о сакральности дирижерской палочки. В этот раз ее вообще нет. После концерта в беседе с журналистами рассказывает случай, как в Нью-Йорке доказал друзьям – дирижировать можно чем угодно. А поскольку мы были в японском ресторане, там давали палочку, я взял и, уходя, захватил эту палочку. Через час мы все были в Линкольн-центре, я дирижировал 6-ю симфонию Малера. Сидели они в ложе дирижера, это прямо вот так, наверху. И я вышел на концерт, Нью-Йоркский оркестр филармонический играл, и отсюда вытащил из китайского ресторана палочку и посмотрел на них. И они чуть не выпали из этой ложи, потому что они стали жестикулировать, чай где глаза, говорю, они узнали. В Самаре проходит 8-й музыкальный фестиваль Мстиславу Ростробовичу. В этом году он посвящен творчеству Сергея Рахманинова. Звезды Мариинского театра и симфонический оркестр дают 3 концерта. Один из них благотворительный. Это и есть главный замысел, отмечает Валерий Гергиев – нести классическую музыку в массы. Впервые фестиваль был организован в 2008 году Валерием Гергиевым и областным правительством. За это время прозвучало большое количество произведений российских, зарубежных композиторов. Надеемся, что фестиваль у нас будет жить еще очень долго, и многие годы мы будем сотрудничать и с симфоническим оркестром Мариинского театра, и, конечно, с самим маэстро Валерием Гергиевым. Есть идея познакомить самарскую публику со знаменитым балетом «Мариинки». Маэстро Гергиев обещает подумать, как это устроить. Это будет большим событием для Самары. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.